хорошие две игры такие, как бы уже предновогодние. Дерби Орлов, как бы игра в кость-кость, играли. Вчера нам больше повезло, но сегодня с нулем голом, так, ну, нельзя играть, как бы. Чтобы выигрывать, надо забивать. Ну, вчера, да, исход встречи решился в серии после матча в Булитов. Сегодня одна шайба. Насколько сложно было? Ну, как бы пропустили, играли в большинстве, пропустили безобразную шайбу. Как бы игра неплохая была. Моменты были. Нужно просто забивать, реализовывать свои моменты. Пожелания болельщикам. Да, всем здоровья в новом году, счастья, всего самого лучшего. Да, примерно равная игра была. Такие качели, обе команды упирались. Дерби было. Заруба была хорошая. Спасибо команде Тимиртау за хорошие две игры. Ну, вчера 0-0. Все решилось в серии после матчевых Булитов. Сегодня также исход встречи решает одна шайба. Насколько сложно было? Ну, было, конечно, тяжело. Оба вратаря были на высоте, что наш, что с командой Тимиртау. Обе команды упирались, грамотно в защите играли. Такие, наверное, нужно извиниться перед болельщиками за такие долгое, безголевое наше шествие, так сказать. В новом году будем стараться таких игр не проводить. Ну, по твоей шайбе, как все выглядело на льду? Да, шайба вышла из зоны, и соперник ее подобрал, вставил ему клюшку, выбил шайбу, выбежал один на вратаря, бросил, забил. Ну, пожелания болельщикам с наступающим Новым годом можешь поздравить. Да, с Новым годом. Всех наших болельщиков, приходите на игры, болейте за нас. Всем счастья, здоровья, поддерживайте нас, мы вас любим.